Ну вот, закончилась искрометная тренировка. Аня там разговаривает со своей бывшей тренершей. Эх, наша дождливая, красивая зима. Сейчас пойдем возьмем интервью у нашей чемпионки. Ну, Лера, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по сегодняшней игре? Только честно, я без приколов. Прекрасна. Я не сомневаюсь, а без приколов. Что было в первом сете? Я играла не в свою игру. Что это значит, не в свою игру? Не снизу вверх, не резала, а все просто била. Согласен. Что произошло во втором сете? Что ты изменила? Никита мне сказал, что можно и надо начинать играть снизу вверх и резать. И тогда я выиграла. И пошло дело, да? Как с атакой сегодня? Сколько раз забила по линиям? 2 раза? 1. 1. Ну, здорово за трехсетный матч забивать 1 по линии. Мне кажется, это серьезно. Третий сет был с 2-2. А, хорошо. Ладно, все. Покедова. See you later. Поехал я.